Чудесный вид. Вы зря тратите время. Скоро за мной пришлют еще сотни убийц. Вы спасли меня всего на 5 минут. Прекрасно. Успеем выпить. Вы убили его. Вы убили моего мужа. Он сам был убийцей. Поверьте, он на меня не в обиде. Вы обрекли на смерть меня. Я жила спокойной жизнью. Хранили верность нелюбимому? Он знал, что я буду молчать. А без него и мне жить недолго. Я никому не доверяю. Знакомые чувства. Я совершенно точно не доверяю вам. Значит, у вас безупречное чутье. Если вы не уйдете сейчас же, мы умрем вместе. Что ж, не самая страшная смерть. Вы, очевидно, с ума сошли, мистер. Бонд. Джеймс Бонд. Если бы вы знали, на что только способны эти люди. Какая за ними власть? Муж ничего не говорил вам о бледном короле? Нет. Их организация собирается очень редко. Но вы дали им хороший повод собраться. Это будет сегодня. Собраться зачем? Выбрать ему замену. Где? Палаццо Карденца. Полночь. Звучит заманчиво. Наведаюсь, пожалуй. Он стал одержим. Стал проводить с ними больше времени, чем со мной. Он был идиотом. Ты оставил свой номер? Я позвонил своему американскому приятелю Феликсу. Он свяжется с посольством и вытащит тебя. Все будет хорошо. Постой, Джеймс. Не ходи к ним. Этим людям неизвестно слово «жалость». Я должен идти. Buona fortuna, Дональд.